Доброго времени суток, добро пожаловать на канал Пиромансер, и это новое видео по игре Front Mission 3. Приятного просмотра. В прошлой серии мы посвящались с Ванзером, который имел, как это, лазерное оружие. Во. Да и по сути все. Ну да, типа все. Больше ничего не произошло, вообще ничего абсолютно. Давайте в сеть зайдем. Надо, как это, снарягу пополнить. Блин, надо эту демку убрать, она мне надоела. Ладно. Не будем убирать. Я хоть и частенько сюда появляюсь в данный момент, но... Ладно, не важно. Так, кого там? Да давайте у всех проверим. Просто точно не помню у кого. Так, у Эммы. У Риога. И все. Остальные все в порядке. Так, ну чё. По сайтам я лазить сейчас в данный момент не буду. Максимум, что я сделаю, наверное, это я почту проверю. Чё там произошло на почте и вообще произошло ли что-либо. Ящик. Да, почта появилась. Эгей. Я Иучи Кируи. А, Кируи. Кирю. Репортер из... чего-то там. Вы, Казуки Такимура, правы? Генерал Койки дал мне ваш адрес имейл. Я хотел бы побольше узнать о происшествии на базе его Косука. Я хочу сообщить правду. Ответьте нам как можно скорее. На сайте есть особая страничка. Доступ туда ограничен. Но я дам вам пароль. Скажем, это подарок. Пароль доступа у Амы. Мы знамениты. Казуки, и согласился на интервью. У нас нет времени. Так, здесь все. Эмма. Парням, которые напали на транспортный отряд СРО, вы слышите меня? Я просто хотел сказать вам, это классно. Я дам вам адрес веб-сайта австралийских хакеров-призраков. Это и сайт какой-то. Весьма полезный сайт. Так, давайте, Риога. Риога, как ты? Я так удивился, увидев тебя в новостях. До сих пор не верю этому. Я мог помочь. Зайди на сайт Министерства мира, можно узнать, что задумала полиция. Пароль доступа 992. Посмотри. Пароль доступа на сайт разведки ЦРО. Это C4I5UB. Там много полезных сведений. Удачи вам, ребята. Так, и СШН. Рюга, слышал, ты работаешь на СШН? Мне сказал хакер, мой знакомый. Я не знал, что СШН принимает беженцев в Японии. Япония не пошла бы на это. Я слышал от хакера, что пароль к сайту флота СШН совсем несложно вычислить. Маринес, может. Опять он? Он так любезен. Кто он? Так, ну и с Деннисом. Сибил. Давно не писал, Деннис. Как ты поживаешь? Агент ФБР может быть где угодно. Я работаю в штабе ФБР, ты слышал? О том, что арестовали серийного убийцу в Вирджинии. Я веду его дело. Я еще напишу тебе позже. Пароль от базы... пароль базы агентов... это... ведь так? Ну, там, короче, пароль, он спрашивает, ведь так? Я стал хорошим хакером после расследования их дела. Видел твое фото. Ты тощий, кушай хорошо. Сибил. У тебя почта от девочки? Не похоже на это. О, да. Так, ну и что, давайте, пошлем кому-нибудь ответы. Конечно, мы не преступники. Мы лишь пытались помочь тем, кто был на базе, ЖДФ. ЖДФ всех обманула, но мы ничего не можем сказать и статью писать. И статью писать не нужно. Так, ну и Сибил ответим. Я уверен в этом, я уверен, в этом замешаны газеты. Удачи тебе. Я мотаюсь по Азии. Пока что в США не собираюсь. Так, ну чё. По ящикам мы посмотрелись. Чё там пришло? Ответили, куда надо. Ну и по сути все здесь. По сайтам, я думаю, мы как-нибудь чуть позже полазим. Типа, посмотрим, что к чему, что открылось, что закрылось. А, да, почитал информацию по Хосе. По идее, в данный момент должен... Вот в следующей миссии, вроде как... После, точнее, следующей миссии должен присоединиться Хосе. Но есть одна проблемка. В дальнем, блин, будущем, скажем так, не присоединится один персонаж. Они там, типа, враждуют, что ли, или что-то такое по сюжету. Я точно не могу сказать, я не помню. Но знаю то, что не присоединится другой персонаж. Хосе, насколько я знаю, он этот автоматчик, пулеметчик.
Вот они. Японские ученые? Кто вы? Вы повстанцы? Мы японцы, у нас нет ничего общего с Филиппинами. Мы СШН, мы поможем вам. Помочь? Почему СШН должно нам помогать? Все расскажу позже. Сперва нам нужно бежать. Если Алиса Такимура... Нет, Алиса Такимура здесь, типа, Казуки? Алиса! Что вы здесь делаете? Хорошо, я думал, ты уже мертва. Алиса? Она ученый, США. Ученый? Давайте с Эммой побухтим. Я рад, Алиса, нужно убираться отсюда. С Луковым поговорим. У нас нет времени, уходи, нужно уходить. Мидас, наверное, готов. Мидас? Это новая бомба, которая перевезена из Японии. Что происходит? Первоначально Мидас принадлежал США. Они хотят вернуть ее. Итак, это именно вы. Вы из тех, кто создал эту бомбу. Оружие массового поражения. Как вы могли такое сделать? Нет, это не было. Вы знаете, что произойдет, если она взорвется? Знаю это, почему вы сделали? Вы знаете, кто работает Мидас? Как работает Мидас? Я все видела. Бомба использует ядерную радиацию и не может остаться. Я не прощу того, кто сделал это. Давайте с ученым побухтим еще. Алиса понимает, как работает бомба. Ну и получается, надо с Алисой поговорить. Хватит, Алиса. Казуки. Вы многое сказали, Эмма. Все хорошо, она права. Я причастен к этому. Причастна к этому. Может, и не прощаете меня, но нам нужно уходить. Нет, я не пойду с ней. Алиса. Может остаться, но я не хочу, чтобы всех нас убили. Из-за вас. Алиса, пойдем. Хорошо. Ну, вот как-то так. Странненько это, конечно, все, но вот как-то так. Я же устал ждать. Эй, Алиса, вы в порядке? Риога. Вас что-то беспокоит? Нет, ничего. В чем дело, Эмма? Вам не здоровится? Не волнуйся, ничего. Эй, в чем дело, ребята? Осторожно, мы должны убегать. А как Мидас? Мы должны защитить его? Дым сможет сдержать их. Ага. Джо, ты слышишь? Луков, я думал, что ты мертв. Вы бежали, мы долго не продержимся. Нужно изменить наши планы. Мидас был перенесен, найдите его. Вы рехнулись? Сейчас мы полностью заняты. Мы уже в пути, постарайся отвлечь их по внимание. Хорошо, посмотрим, что можно сделать. Вы нам должны. Да, с меня выпивка. Так, по идее, сейчас нам надо было бы выползти и спасти фиолетовый дым, насколько я знаю. Но будет все немножко не так, насколько я знаю. И все закончится немножко плачевно для фиолетового дыма. Наверное, но это не точно. Сообщаю, враги уходят вместе с учеными. Флот ДХЖ высаживается в Батангасе. Повстанцы атакуют базу. Транспорт Мидас уже готов? Летная полоса занята, мы погружаем Мидас на судно. Где Хосе? Лейтенант Хосе сражается с врагами на полосе. Отключите Мидас. Смените курс корабля на бухту Батангаса. На этом нам нужно развращение центра. Да, ДХЖ не должен захватить в этой стране. Я беру всю ответственность. Где мой Ванзер? Ой, готовьте мой Ванзер. Странненько. Насколько я понял, они хотят взорвать эту бомбу. Взять вот ее и бомбануть. Интересненько. Thank you.
Озеро? Да, подводная лодка заберет вас за базу на озере Таал. Есть. Луков, что случилось? Похоже, моему Ванзеру придет конец. Вот они, взять их, убить ученых, если возможно. Какая удача, не нужно и лодку ждать. Захватить технику врага. Вам удалось сбежать. Эмма, разберитесь с ученым, я займусь с Лукавым. Казуки, забудь, ученые гораздо важнее. Вы что, глупые? Вы думаете, я оставлю вас здесь? Так, возьмем Эмму, Казуки, Риога. И вот на самом деле вопросик один интересный, кого бы взять. Давайте возьмем Юн опять. Мне что-то подскажет, что я зря это делаю. Так. Здесь я все-таки думаю, надо бы поменять на огненное, ну точнее от огненного оружия, потому что у них ракетница имеется в наличии. Так, ну выставляемся. А по сути, не надо было этого делать, но ладно. Ну да, ломаем башню по чуть-чуть. Увеличение. Отлично. Блин, 19%, да. Было бы совершенно неплохо, если бы вообще попали хоть разок нормально. Давайте сюда вот перейдем. Я думаю, отсюда можно будет, да, атаковать. Может, Юн его добьет? Не, не добило. Не добивает. Так, стойте на месте, никуда не шарохайтесь в данный момент. Кто хуже сделает. Так, а кто у нас там? Эмма. А, нет, Юн у нас тут. По телу прилетело. Ракетками по ученым. Ну, надо думать, да, на самом деле. Тоже с моей стороны было глупо воспринимать это по-другому. Здесь не попадают. То вообще тишина. Так. Все не есть хорошо. Надо бы по-хорошему добивать вот эту вот технику, которая стоит сверху. Отлично. Так. Юн у нас. Что с Юн у нас? Юн у нас по хпшкам страдает, да? Так, Эмма подходит поближе. Из дробовичка мочит. Так, Риога. Риога, ты идешь к этому. Прям вплотную. На самом деле зря это все было сделано таким вот образом странным. Как бы это все реализовать-то получше? Как бы это все получше реализовать? Давайте вот так. Главное, чтобы ученые не слегли. Ну и куда тебя несет? Все-таки ученые. Калачи копченые. Ну и зачем это все было сделано? Чтобы сдохнуть, я понял. Ну, минус ученый, да. Сразу, ментально. А нет, смотрите-ка, живой еще. Не, ученые это, конечно, все. Это, блин, я не знаю, это такие странные ребята здесь. Они так плохо головой думают.
его дамаг. И опыта кинула. Давай увеличение, на. Плохо у тебя с увеличением, я понял. Ну и куда тебе... Сейчас второй подойдет. Да. Лучше от этого не стало. Минус ученый, да. Минус ученый. Мне кажется, это сейчас будет немножко... Я поплачусь за это дело. За убийство ученого. Так, а что у нас вообще в задании? Победа. Пилоты игрока убит, или смерть Лукова, или Алиса. Понятно. То бишь, если ученых поубивает, ничего страшного. Я просто не получу какую-нибудь там плюшечку. В дальнейшем. Окей, ладно. Раз на то пошло, тогда ладно. Убей его, пожалуйста. Ну зачем понадобится? Да? Ну. Какие, блин, большие числа хпшек оставались у этого ракетчика, блин. Одно хп на левой руке, три хп на правой руке. И одно хп на голове. Ё-моё. Ну и куда тебя несет? Алиса, стой на месте! Да. Это круто. Да. Это круто. Нет слов. Как это круто. Ну, одного ученого я потерял. Понятно. Что ни хера не понятно. Ладно. Да что, сейчас увлечением не пользуюсь. Кстати, в этой миссии вообще никак это увеличение не использовал. А, не того, ну ладно. Ну зато дамаг нанесли. Стой на месте. Так, они максимум на три клетки переходят. Если третью клетку передавить, то они не пойдут никуда. Не попадай. Что случилось? Тут кто-то есть. В чем дело, Джо? Бесполезно, нам их не сдержать, нужна помощь. Мы уже все сделали, эй, там. Он молодец, поспешим. Гастер справа. А-а-а! Гастер! А-а-а! Джо, что случилось, ты слышишь? Черт! Вот о чем я, собственно, и говорил. Как я и сказал, типа, до этого, то что, скорее всего, никто никуда не успевает, по сути. На спасение фиолетового дыма. Луков их, так сказать, кинул. Да ты че, серьезно? У тебя защита стоит против ближнего удара. Ты дробовиков. Давай еще разок. 87%, блин. Процент, конечно, маленький, я согласен, но... Все, хватит. Представляет проблемы, блин, только. Зря я это сделал. Ладно.
Мне кажется, они больше на ученых полезут. Лучей копченых. Нет. Прямо атакуют. Причем в лобовую. Воу. Жестко. И танк подъезжать начал. Больно бьют. Действительно. Эту пушку можно трогать, можно не трогать, по-моему. Типа, не важно. А, нет, я все правильно делаю. Проснись в ней, пожалуйста, способность бить двумя руками. Круто. Ну куда тебя несет? Блин, Алиса. Луков. Ага. Слов нет. Это все дико. Куда ты бить собрался? Отвечай. Спас. Это неплохо, на самом деле. Умудрился захватить Касла и еще и у двух ученых. Ой, одного ученого спас из двоих. Ну, плюсов мне от этого мало. А, нифига себе. На один ход даже просто переборщил. Из-за этого минус. Причем минус 1% всего. Охренеть. Вот это вот прям удача, на самом деле. Неплохо сыграл. Луков, защити Алису и других, я помогу дыму. Вас понял. Эмма, за мной, вы ученый. Вам не нужно сражаться. Не могу, Мидас все еще здесь. Я остаюсь. Я вижу. Казуки, почему вы вам не оставить меня? Ты один из нас. Мы не оставим тебя. Ты очень добр. Ты еще пожалеешь об этом. Эй, я спас тебе жизнь. Не трогай. И волновался о дыме. Вперед. Ну, тут Луков нам предупредил. О том, что он еще даст о себе знать. Давайте сохранимся. Ну и пойдемте фиолетовому дыму помогать. Так. Угу. Вот и перешли на это место. Вот сейчас и будут проблемы как таковые. Как минимум. Или не сейчас, а чуть позже. Ну по сути вот, блин, вот в этом промежутке по времени начнутся проблемы. Мидас начнет смываться. Ну ладно, дальше видно. А тут Хосе со всем расправляется. Причем в одну фэри. Сдавайся, ты все равно умрешь. Сражаться бесполезно. Что он делает? Синди, встретиться с Казуки. Что они говорят? Я не оставлю тебя самого, одного точнее. Кто это сказал? Самим нам не захватить Мидас. Взять Казуки и его ребят. Хорошо. Я оставлю транспорт. Прости меня.
Сегодня не мой день. Джо! Не, вот интересно, просто успеем ли мы вообще хоть кого-то спасти из них? Я вот не помню вот этого. Джо! Дым потерпел поражение. Черт! Синди! Рёга? Синди! Синди, отвечай, ты меня слышишь? Синди! Рёга, вы были правы. Мы не такие отчаянные. После... О, нет. Что ты делаешь? Хосе, прикончи их. У меня же нет другого выбора. Ты будешь последним. Я не буду опять сражаться, прости меня. Что ты делаешь? Тебе конец. Держись, Казуки, он мой. Ну чё? Берем в этот раз день Денниса. Ну, здесь я, наверное, всем поставлю все-таки синенькое. Чтоб они против автоматов не ставили. Тут в основном карабины и автоматы. Там, конечно, есть ракетчики, но это вертолет, там пару штук всего. Казуки, самолет взлетает. Черт, думаю, это все. Это еще не все. На базе должен быть другой самолет. Давай покончим с ними. Так, ну что я скажу? Начинаем, наверное. У всех защита против этого ближнего оружия. Хосе. Тогда попробуем убить первого. Все. От Хосе теперь не будет проблем. Он типа будет ходить, но проблем от него уже не будет. Самое интересное, я вот не понимаю, зачем их щиты, если они ими не пользуются. Что-то мне подсказывает, что я неправильно начал играть. И я получу здесь звездюлей из-за этого. Отвечаем ударом. Главное, чтобы нас не раскидало. По веткам. Снайпером отвечаем. Хотя тут, знаешь, тут вопрос возник такой же ко мне. Зачем мне щит у Денниса, если я ни разу не воспользовался за всю игру? О! Ой, мы есть чаф, ей хорошо. По ней ракет не попадают. Редко это работает, но работает. Так, а где тут самун? А, вот он, самун. Оглушающий удар. Так, а, наверное, его... Вместо одного пилота поставим. Эта штука иной раз делает вещи. Причем очень хорошие вещи может сделать. Он еще и сдается теперь. О!
Уровень максимального АП поднялся. Был щит, нет щита. Пока проблемы. Вот, уже начались проблемы. Зря я это сделал. Ух, 220. ХПшек вообще не осталось, блин. Ну все, минус Казуки. Если я понял. Да. Ляха-муха. Так, не, меня такой расклад явно не устраивает. Явно не устраивает, поэтому... В меню, пожалуй. Да, в меню. Давайте загрузку. База Тал. Так, ну, раз мы это все прочитали, уже это можно не читать во второй раз. Как они там умирают. Я в сеть вроде заходил или не заходил. Не помню. Ладно, не буду я еще раз в сеть заходить. Если будет какая-то информация по этому поводу, еще раз прочитаю. Точнее, не прочитаю, просто просмотрю уже сам. За кадром, так сказать. Мне вот очень не понравилось сейчас, как я сыграл. Типа, Казуки потерял. Умудрился в самом начале, блин. Из-за глупости, из-за своей же. Не надо мне такого. Так. Эму, Риога. Нет, все-таки возьмем мы Ю. Ю мы возьмем и не будем вообще этот сам. Нет, назад. Здесь везде синенькую нам поставить. Антиавтоматы, пулеметы, карабины и все к тому подобное. Да-да-да, там самолет улетает, очень-очень интересно. Так, Казуки. Что он огребает вообще, блин, он огребает прямо от души. Не знаю, с чем это связано. Так, пилот дамаг. Одним разом. А, понятно. Еще и опыт X2 получил. А теперь у Риога есть увеличение. А, стоп, у него же в прошлый раз было, по-моему. Или нет? Так, кубиком прям переместились к этому персонажу. Сейчас не понравилось, как это все закрутилось, завертелось. По-моему, это будет больно. Не, Юн отвечает в любом случае, она добивает его. Полностью еще изменили. Со всех сторон там пилот. Так пилот живой немножко остался. Так, сейчас вертолет заплетал. Там чав здесь так и было. В прошлый раз. Я не знаю, кстати, за счет чего этот скилл возникает. Риога, отвечай. Ну вот, блин, ящики ломать сзади было не обязательно. Так, кстати, за счет этих ракеток. Мы должны убить будем сейчас этого товарища. Летчика, залетчика. Он мешает, очень сильно причем. Эмма. Повтори за Казуки. В
Вот у Эмма вот это выстрел. 214 урона. Как я понимаю, выстрел урона. Просто прекрасно, по-моему. Так. Рёга, давай. Во, увеличение прям впрямую. 96%, ты же впрямую стоишь. Да, повтори. Рёга, ты что-то какой-то, блин, стал другой немножко. Странноватый. Ты до этого всегда повторял. Фактически. За некоторыми исключениями, ладно. Так, Рёга. По руке, по левой, блин. По левой руке плохо. Конечно, понимаю то, что у тебя левая рука. И остальное. Но там основное оружие. Там ракетница. Которая может наворошить таких делов, блин. Да, минус левая рука сейчас будет. Какая-то защита. Одно хп на руке. Сохранить потерю, уменьшить хп до одного. А, отлично. Так, удаляем один усиление и втыкаем туда вот эту вот защиту. Короче, типа уничтожение. Сохраняет оружие. Сохраняет часть от уничтожения. Вот. Да, атакуем так. О, двойной штурм. Найс. Хотя, что в этом? Найсовывает. Сейчас только обыдет. Двойной штурм, конечно, хорошо. Но что в этом хорошего? Навык он и так был открытый у него. Ага, дамок по пилоту. Давай еще разок. До этого такие вещи делали, а сейчас что-то обленились, что ли, я не пойму. Так, Рёга, отходи на количество клеток максимальное желательно. Да. Рёга, ты кривой встал. Убить уже этого хаса. Иначе он еще больше делов наделает. У него хоть хп было и мало. Вот так и должно было быть. Мне не нужно было опять сражаться. Пейпл. Папал. Адрес формы получен. Казуки, давай, не попадайся. А он отпрыгивал, интересно, нет? Отвечай. По ногам много дамагов прилетело. Так, ну у нас все не так плохо, на самом деле. Фиолетовый дым потеряли, правда, но все не так плохо. Чё с этим, собственно, защищаться? Мог бы и не защищаться. О, максимальный уровень АП, 24. Так, ну чё, продолжаем. Сома на этом, или как там его? Пилот дамаг, отлично. Давай пару-троечку раз. А, я ж тебе убрал один, по-моему. А, нет, я тебе не убирал один. Тут то же самое делаем. А ты мог бы увеличение сделать. О, отлично. Он нас не атакует. Хотя бы он. Ты пока стой. И не мешайся. Кури в сторонку. Не-не-не. Мы вот с этим пока разбираемся. С ноги. Ну теперь точно минус ноги. Так, Рёга. Рёга, давай. Сдаться. Ну сдавайся, раз сдаться. Не мешайся. Сдался. Выживет ли еще один удар? Казуки. Выжил. Стой на месте. Так. Казуки, отходи назад. Насколько сможешь.
вторую эту бандурину. Отбиваю. Автоматчика этого мы еще вынесем. Его не так сложно вынести, в отличие от бандурин. Слишком много урона надо за них, в них на сандали, чтобы, блин, убить. Максимальный уровень АП вырос. Отсюда добьешь. Отсюда подставишь стол. Нам главное сейчас сохранить всех живых. А иначе будет неприятно. Сдался. Ну а его также со всех сторон просто ракетницами раскидать и все. Если у кого-то желание имеется, разбить можно ему морду просто в прямую. Вот, например, как у... Нет, у Эммы ничего не получится, поэтому Эмма будет атаковать опять сдали и ракетницей. Мы можем сделать вот так. Это может плохо кончиться для Риома. Поэтому, пожалуй... Здесь воспользуемся все той же самой ситуацией. Опа. Мы его захватили, получается. Все. Бой закончился. Вот по идее сейчас к нам должен присоединиться Хосе. Если он к нам сейчас не присоединяется, к нам в дальнейшем присоединяется Ли. О, причем на все 100% прошли. Я думал, я еще и не на 100% прошел. Что было бы, конечно, крайне неприятно. Если быть совсем честным. Эмма, сработает? Не волнуйся, он полетит. Денис, давай, нужно выбираться отсюда. Расслабься, нас заберут. Уходим отсюда. Эмма, каков их курс? Лодку засыпай их. Сейчас мы уже взлетим. Нет, походу Хосе к нам не присоединяется в этой битве. Или все-таки... Установлено точное нахождение флота. Начало атаки. Сзади. Мы остановим его. Нужно, я пойду на таран. Я давался до точки курса бомбардиров. Вот это и был Мидас. Очень странная фиговина. Ладно, давайте сохранимся.
Ну а на этом все. Если понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Увидимся позже. Пока.